Сотрудники минской милиции составили протокол в отношении экс-кандидата в президенты Николая Статкевича за организацию несанкционированного пикета, передает корреспондент РИА Новости. Статкевич в конце августа вышел из заключения по решению главы государства Александра Лукашенко. Он отбывал наказание за организацию массовых беспорядков после президентских выборов в 2010 году. В четверг вечером Статкевич проводит пикет в центре белорусской столицы возле здания ГУМа. Он призывает граждан не участвовать в выборах президента Белоруссии, считая их заведомо фальсифицированными. В мероприятии участвуют несколько десятков человек, в том числе бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Алис Михалевич и Владимир Никляев. За несколько часов до проведения пикета Статкевич уже был предупрежден о недопустимости проведения несанкционированного мероприятия. На месте пикета в отношении него составили протокол. Статкевич отказался его подписывать. Выборы президента Белоруссии назначены на 11 октября 2015 года. ЦИК зарегистрировал 4 кандидатов в президенты. Ими стали действующий глава республики Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Сергей Гайдукевич, лидер Белорусской патриотической партии Николай Улахович и активистка компании «Говори правду» Татьяна Короткевич.